Быть социальным работником значит помогать людям. Изо дня в день сотрудники социальной службы выполняют свою миссию, оказывают помощь гражданам. Соцработники обладают не только профессиональными знаниями, но и добрым сердцем. Свой праздник они отмечают 8 июня. Так, в Центральном дворце культуры состоялась торжественная церемония и концерт. Поздравил работников социальной защиты и поблагодарил их за непростой и нужный труд глава городского округа Андрей Булгаков. Пандемия, она показала, насколько важно иметь такую службу и таких преданных делу людей, как социальные работники. Потому что вот то, что вы отдаете, это дорогого стоит. Переоценить их труд сложно. Так же, как и медицинские работники, в непростое время пандемии сотрудники социальной защиты стояли на передовой. Они не прекращали свою работу ни на минуту, ежедневно находились на связи с гражданами, которым была необходима помощь. Порядка 10 тысяч продуктовых наборов во время самоизоляции было доставлено волонтерами, пожилым людям и многодетным семьям. Все, кто работают и те, кто приходит, они в первую очередь имеют доброе сердце. Потому что нам приходится сталкиваться с разными сложными жизненными ситуациями. И, как правило, все приходят со своей бедой, со своей проблемой, со своей просьбой. В городском округе Щелково работает 4 социальных учреждения. Управление, центр «Семья», комплексный центр социального обслуживания и центр занятости населения. В сфере трудятся порядка 120 человек. Различные виды социальной поддержки получают около 96 тысяч жителей. Люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны и многие другие. Стоит отметить, Щелковское управление социальной защиты осуществляет свою деятельность и в соседних муниципалитетах, Звездном городке и Фрязине. Вы, соответственно, отдаете часть души каждодневной своей работе. И это очень важно для тысяч людей, которые проживают и в городском округе Фрязино, и в Щелково. Вы знаете, в Московской области 111 льготных категорий граждан. Мы второй по числу льготников субъект Российской Федерации после Москвы. И, наверное, это не предел. Состояние души каждого из вас — это состояние, которое передается вашим подопечным. Это очень важно. В день профессионального праздника социальных работников наградили благодарственными письмами от руководителей муниципалитетов, где осуществляет свою работу окружное управление соцзащиты, а также Министерство социального развития Московской области. Подарком для всех присутствующих в зрительном зале стал праздничный концерт. Яркие номера щелковских коллективов и солистов подарили хорошее настроение виновникам торжества. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.